В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета прошел ежегодный традиционный татарский праздник Сабантуй. Уже по сложившейся традиции, честь открывать праздник выпала одному из самых ярких коллективов института – ансамблю народного танца «Саяр». Торжественная часть началась с приветственных слов директора Георгия Катиева, для которого национальный праздник стал знакомством с традициями и обычаями татарского народа. Я рад, что первый мой сабантуй – это студенческий сабантуй, поскольку я увидел много заряженных, хороших таких ребят, вот, которые успешно закончили обучение в семестры. Правда, у них впереди еще сессия. Но мы обсудили, что ребята будут урожай свой собирать только в виде отличных, хороших оценок. В рамках мероприятия прошло награждение студентов за спортивные и творческие достижения, а также за активное участие в жизни института. Завершая официальную часть праздника, плавно перешли к интерактивной. В этом году для студентов было организовано множество площадок, в числе которых традиционные состязания. Кульминацией вечера стали испытания для настоящих мужчин, чтобы выявить самого сильного батыра. Не уступали им и прекрасные представительницы студенчества, которые приняли участие в конкурсе «Сабантуй Гузеле». Вот, и помогло мне выиграть, наверное, какое-то желание победить, во-первых. Ну и, конечно же, ребятки, которые поддержали меня. Я им очень благодарна и всех люблю. Для сотрудников и научно-преподавательского состава Набережно-Челнинского института КФУ также прошло празднование Сабантуя. Побороться за титул батыра могли как взрослые, так и дети. Каждому, кто желал стать самым сильным, быстрым и ловким, предстояло пройти несколько истинно мужских этапов. Чтобы стартовать, участникам приходилось выпутываться из паутины веревок. Затем их ждала картошка, которую нужно было метким броском закинуть в ведро. Развязывание узлов на скорость демонстрировало ловкость мужских рук, а забивание гвоздей – их силу. Приятным завершением празднования стал плов, приготовленный по традиционному рецепту в казане. Вот этот сабантуй, ежегодно она проводится вот такое прекрасное время. Это, наверное, от наших предков пришло к нам. Мы его должны, традицию продолжаем и будем продолжать. Тем более вот институт за это взялся. Хотелось бы поблагодарить администрацию, правком за то, что организовали такой праздник для сотрудников, для детей. То есть я приехал с сыном, мне очень-очень понравилось. Спасибо большое, и чтобы побольше таких праздников было. Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир, который обычно проводится с середины мая по конец июня. Это древнейший праздник, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски и обряды. Юлия Коваленко, Аделина Абдрахманова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института, Универньюз.